теперь, значит, сейчас мы вернемся обратно. Я вам еще, наверное, не все рассказал, то, что относится, ну, пока будем считать теорией, да, вот. Но сейчас мы с вами вернемся, я надеюсь, ветер утих, и первый этап будет выглядеть так. Мы будем с вами делать бакуляционные рамки. Второй этап, надо научиться ими пользоваться. Третий этап, вы сами уже свои квартиры перемерите, переставите мебель, переставите кровать, ну, если в этом есть необходимость. Вот, велика вероятность заболеть, находясь в этих самых гепатогенной зоне. Страшная эта вещь. К сожалению, не ученая, не доученная наука, а так как в практике никто ни с помощью хитроумных приборов не переставляет эту самую мебель, вот, не доверяет экстрасенсам, ой, оговорился, но это уже по Фрейду, не доверяет белокадрщикам, вот, у нас миллионы людей подвергаются уже страшной опасности. Ну, хотите такие отвлеченные примеры? Черная вдова, сглазили, проклятие наложили, а теперь представим себе, что эта черная вдова живет в отдельном доме, или в отдельной квартире. Вся квартира пронизана смертельными лучами, где патогенная зона в действии. Вот. А люди-то сопротивляются по-разному. Я не говорю, что некоторые как гуся воды, но у многих очень мощная своя собственная защита. Такая защита, допустим, есть у меня. Не, она природная, я никогда не учился ничему. Не умею ставить, есть такое выражение, ставить защиту. Вот. Просто что есть, то есть. Я не боюсь геопатогенных зон. А теперь представьте, что такая вдова, то есть когда была цветущая женщина, у которой сильное биополе, выходит замуж. Кстати, я это самое. Есть еще такая тенденция, знаете как, если померить одну мужчину и женщину, окажется, что у одного сильное поле, у другого слабого. Идеальная супружеская пара. Вот так вот. А если у обоих сильное, некомфортно будет, разбегутся. А если у обоих слабое, где энергию брать? Поняли, треугольник любовный, четырехугольник. Ну, это самое, на этом я бы мог в ЗАГСе работать, мерить тебя. Говорю полушутя, полусерьезно. Могу работать в ЗАГСе, мерить биополе супружеским парам и говорить: ребята, вас ждет долгая, счастливая жизнь. У вас биополе слабенькое, 20 сантиметров, у вас 2 метра. О, отлично. Вот. Вы будете уравновешивать друг друга. И обоим будет комфортно. Один отдает, другой принимает. Вот. А у вас, какие вы оба сильные. У вас по три, это же на грани, это, уже экстрасенсорик. Какие вы. Вот. Ну, ребята, сразу вот написали заявление в ЗАГС. А теперь напишите еще одно и оставьте тут потом, чтобы потом лишний раз не приезжать. Пусть лежит в этом же деле заявление на развод. Полежит год-два, и придете за ним, а у вас уже написано. Вот. Ну, а если слабое у обоих, ну, что делать? Надо искать сильного. Отсюда и измены. Как это не грустно звучит. Впервые согласитесь, слышите эту мои выводы. Ну, за ними стоит измерение. Итак, ой, как бы мне вспомнить, что я перед этим говорил. Что я перед этим говорил до ЗАГСа. До ЗАГСа. Еще же хотел сказать. Ага. Очень важный момент заключается в том, что в моей жизни это то, что я однажды прочитал книгу, которая называется «Смерть в вашем доме». Во. Прочитал. Вот. И стало страшно. Книга была серьезно написана. Это перевод был с немецкого. Оказывается, в Германии серьезно относятся к этому делу. Вот, хватает собственных этих белокаторщиков, ходят, измеряют. Говорят, вот тут кровать переставьте, тут, извините, вся квартира тю-тю. А тут целый подъезд смертельно опасный. Да, а что? Излучение, оно распространяется вертикально ведь. Это самое, это, поверьте мне.
Я специально мерил. Тут вот оно, перейдешь на второй этаж, там то же самое. Перейдешь на третий этаж, и там оно же, то есть оно вертикальную составляющую имеет. Вот, не только площадь определенную. Запомните, это не решетка Хартмана, это не пересечение узлов силовых линий, это трещины в земной коре. Оттуда идет страшное смятение. Везде разное, везде по-разному. Вот. В природе оно хорошо рассматривается. Вот. Ну как, лес, вот представляете, какой лес. Вот. Тут вот немножечко, если слева, я уже не буду дергать камеру, да, слева сразу, вот тут забор, а за ним где-то лет 20 назад бросили строить, уехали, и участок зарос лесом. За 20 лет высота тополей, ну поверьте, не хочу из машины вылазить, ну где-то 7-8 этаж, за 20 лет, не за 100 лет. Вот так вот, вот это вот мощь. Сосновый лес, вон он рядом, красавец, это не лес, а сказка. И тут же поляна, где кустарник мне по пояс, по грудь. Почему? Почему? Там миллиарды, не миллионы. Вы знаете, когда пылят эти самые сосны, там же это прям тучи, это сколько это так называемой спермы, ее даже, ну так образно я называю. Ну, зато понятно, да? Вот, тучи бесконечные. Это ж какое, сколько там семян упало, уже оплодотворенных, результат оплодотворения почвы. Их миллиарды на каждой сотке или квадратный метр. И не растут, ни одна не всходит. Вы представляете? А жердяник и кустарник всходит. И никто не понимает, что, наверное, да, этот участок человеку, это одно из моих откровений, нигде не прочитает. Да, это самое. Если вы умудрились до этого момента меня слушать. Вот. Ведь не надо это самое пилить там вековые сосны. Не надо там, или полувековые, огромные там в 1-2 обхвата. Не надо ничего делать, кроме как там может, там даже можно обойтись вообще без техники. И ставь дом, там кустарник-то срубит. Тьфу. Вот. И как раз попадете в это самое место, где нельзя-то и строить. И сад там нельзя садить. Мощные деревья расти не стали. Растет жиденький кустарник. Вот он может, он и это, потому что это самое. Ничего Путина там жить не в состоянии. Семена не всходят. А потом, боженьки ты мой, я когда это вижу, я интерпретирую все для людей. А вот супружеская пара. А вот она не может ребенка зачать. Ай, ай-яй-яй. А еще молодые, еще здоровые, еще не отягощены болезнями, которые наступят неизбежно в гепатогенной зоне. А все-таки зачали ребенка. А как у ребенка, подростка, или даже чуть ли не этого самого, еще школьника младших классов, я не знаю диапазон возрастной, раковые болезни, они отсюда ли? Вы скажете, не, никакой связи. Врачам-то хорошо, они за это деньги получают. Вот. За то, что лечат. Попробуй сейчас в одной части переставь миллионы, это, десятки миллионов кровати там, у людей пересели из гепатогенных зон. Вдруг исчезнут раковые болезни. Это же настоящее горе. Это так же, как, не дай бог, наркоман исчезнут, это же милиция с ума сойдет. Не дай бог, почему наркомания у нас никогда не исчезнет. Вот. Потому что это самое. Не исчезнет проституция, менты человек будет же кушать тогда. Понимаете? Кстати, проституция, это так, к слову, нормальная профессия. Если ее только в рамки ставить, как в той же Германии. Вот. Кормушки делают, сразу запретят, а потом кормятся с этого. Так вот, я что хотел сказать, чтобы не отвлечься. Страшная вещь, начал-то я с этой черной вдовы, помните? И вот эта черная вдова, у нее мозги нормальные. У меня мозги в порядке, вот, выдержат не один год, а может быть не одно десятилетие в этой зоне. А мужичок-то, квел, и раз умер. Ну что ж, все бывает, это еще не статистика. Второй раз замуж вышла, а он тоже умер. Ух, вот тут уже это, наверное, проклятие закрадывается мысль. Ну уж после третьих-то похорон, все, проклята она. Она наоборот не проклята, она жива, поймите, тут вся, всего-то связь установить.
Вот. А вы представляете, как просто, если бы однажды этот фильм тоже не пойдет, далеко не пойдет. И никто из этих, даже, вы понимаете, риск мне всегда удивляет, да? В России нет садов. И когда собирается какой-нибудь трапеза у какого-нибудь олигарха, миллиардера, там этого, чиновника крупного ранга, вот, депутата Госдумы, там мэра, там этого самого губернатора, на столе красивые фрукты. Все отравлены, а им по барабану. Потому что других просто не бывает, значит, все равно же будут жрать. Я же не говорю есть, потому что едят и хорошие фрукты. Когда смертельно опасно, это называется жрать. Вот. А они также едят. А вот гепатогенные зоны, где движение не изучается, мы с вами будем изучать. Мы с вами поедем по этим смертельным зонам. Вот. Результат невежества то, что и они бьются, эти губернаторы и прочие олигархи, попадают в аварии, как простые люди, потому что несутся с бешеной скоростью, а значит, пересечение гепатогенных зон предельно опасно. Крышу сносит, чем это, быстрее скорость, чем больше. Вот. Хватает легкого похмелья, недосыпа и все, и вот это. Потом их, этих губернаторов тоже по кусочку собирают по обочине. Они этого не знают. Вот это считается как естественный отбор. А он не естественный, потому что поставь там ограничение скорости. Вот. Это еще раз говорю, мы будем проходить. Но они же, он в чем-то и есть его сила, иначе губернатором бы не назначили. Вот. Я же не губернатор, значит, я не гожусь, видимо, на ту роль, раз мне не назначают. А раз назначили кого-то, значит, он годится, значит, у него есть какие-то качества соответствующие. Но у них нет одного качества, которое, наоборот, присуще нам. А мы не пересекаемся. Они рискуют жизнью, поедая фрукты, это самое, не имея понятия, что можно вылечиться без лекарств, а подчеркиваю, без никакого целительства, никакой экстрасенсорики. Вот они понятия не имеют, что можно ездить и не попадать в аварию. Вот. Надо же отобрать себе шофера с мозгами, а не это самое. Вот. Не с нормальными мозгами. Ну и так далее. И вот получается так, что невежество из-за того, что наши знания, вот такие, какие они, передаются наверх, соответственно, структуры, которые должны заниматься этим не занимаются. Вот. А результат – миллионы мертвых деревьев, миллионы мертвых людей, если брать широкий диапазон, там, всю страну, за пример, или там, допустим, за 10-20-летие, миллионы трупов, вот. Миллионы этих самых больных, тяжело больных, раковых больных. Вот. Не изучается эта тема. А мы с вами будем изучать. Я еще мог бы еще часов 5 рассказывать случаи жизни, примеры. Но вы поняли, что меня привело сюда. Обидно стало за Россию. Немцы могут, мы не можем. Сколько нас, этих белокальщиков? Вот после этого фильма, если бы сделать, еще раз говорю, допустим, просмотр, миллион человек, 1000 белокатовщиков высшего уровня уже готовы. И еще, заметьте, 100 тысяч из миллиона, которые запросто будут владеть рамками, ну, чуть дольше поучиться. Например, не сразу взял рамки, они заработали, ну, может, часа два. Долго это? Походил, там научился держать параллельно, вот, все. И вдруг убедился, что они реагируют на все подряд. 100 миллионов человек, и вот они по... уже все это толпой, все это сводится в практику. Конечно, никогда, что вы, чтобы там детей научить, чтобы люди в школе, дети изучали это, этого, наверное, не случится лет за 1000. Невежество, подчеркиваю, дичайшее. Пошли преодолевать это невежество. Сейчас это самое, возвращаемся мы в сад, что-то сделаем сегодня, потом поездим по дорогам, потом найдем, это я план вам объясняю, найдем одного, два, три, как бы их назвать-то, наверное, волонтеры. Это должна быть, конечно, женщина, почему? Потому что привлекает внимание к фильму, извините, я сценично говорю, вот, с неплохими формами, на которые я буду издеваться, то есть я буду диагностировать и даже немножко лечить. Вот так вот. Ну что, будем смотреть дальше, а? Пошли делать рамки.